вкусные, прям сладкие. Возьму с собой в дорогу. Пошли. Эти тоже такие сладенькие, сладенько-кисленькие. Либо выдра, либо бобр ходил. Выдра, скорее всего. У нас, похоже, небольшая стая куропаток была. Нору у нее придаю. Все, нору нашла. Блин, сова вот здесь вот прям сидела. Вот отсюда взлетела. Небольшая. Плотина впереди. Надо вылазить. Здесь был железный мост, и он остался только на моих фотографиях. Я вот не помню, видео я с ним, походу, не снимал. Вот, кстати, след этого мужика на снегоходе. А вот кое-что от него все-таки осталось. Вот. Распилили и сдали, скорее всего. Черти, что бы не оставить, но стоит и стоит. Бобр, короче, всю иву обглодал, подточил, и она засохла. Вон там на горе след мужика этого на снегоходе, который проехал. Вроде он. Вот, кстати, бобр выходил вот теперь. Вон, следы какие, лапти прям. Ласты. Он такой кривоногий, смотрите. Прям вот так вот ходит.
О, это вешенка была, наверное. Может быть, нет. Вон еще. Да, на вешенку похоже. А, вон еще. Да уйди ты, не пускай тень на плетень. Вон гриб какой еще был. Впереди слышу еще одна плотина шумит. Здесь как на катке, новый ледок подмерз сверху. Хрустит. А вон там на бугре похожи следы оленей. Как будто они стайкой бежали. Меня тут, конечно, не разглядеть. Но, наверное, это олени, скорее всего, будут. Интересно, как Бобровская плотина, а дальше Гуменко, вся в снегу уже. Кто-то бегал свежий снега. Нужно попробовать, вкусные, нет? Прям сладкие. Их морозом прибило. Один сахар у них. Смотрю, вот олени подходили к калине. Интересно, они калину едят? Вот еще бабничек хороший. Тоже поем. Какой был? Это лиса мышкала. А, корка. Даже лису держит, следов не видно.
Че, скользко, э? Как на катке. Как же слепит такие отблески. Вот здесь на бугре сосенки как разрослись молодые. В тот год вот из-под этой яблоньки я зайца поднимал. Тоже проходил здесь, он отсюда выскочил. Какой куст шиповника.